высококлассный адвокат, участвовал в процессе. Свое мнение высказал и Дагир Хасанов. Однако судом мы не были услышаны. Нас не только не услышали, нас не хотели слышать. Прокурор и следователь, чей процессуальный статус непонятен был в этом судебном процессе, сказали всего 5 слов о том, что постановление Басманова суда законно и обоснованно. Непонятно только, в чем оно законно и в чем оно обосновано. Коллеги, журналисты и актеры защитили своих коллег. Я призываю к тому, чтобы данные дела в отношении адвокатов сплотили адвокатское сообщество, и мы единым фронтом выступили на защиту наших коллег. Я прошу вас присоединиться и высказаться по этому делу. Мы требуем свободу и справедливое судебное разбирательство в отношении Дагира Хасанова, Максима Загорского и других адвокатов, которые, на наш взгляд, необоснованно были привлечены к уголовной ответственности. Присоединяйтесь. 16 октября текущего года я в числе остальных 23 коллег-адвокатов принял участие в судебном процессе Мосгорсуда по рассмотрению 23 апелляционных жалоб адвокатов, в том числе и моей, на постановление Басманного районного суда города Москвы, в котором был заключен под стражу незаконно и необоснованно наш коллега, адвокат, московский адвокат Дагир Хасанов. Следователем в обосновании его ходатайства о заключении под стражу Хасанова стало ясно, что никаких законных оснований не то что для заключения под стражу, а даже для возбуждения уголовного дела не имеется. Это уже очевидно, что это чистой воды политический заказ. К сожалению, в настоящее время уже не вчера началось это, и не позавчера, и не год назад, а уже последние годы мы наблюдаем тенденцию необоснованных репрессий в отношении адвокатов, в отношении защитников по уголовным делам, так и в данном случае в отношении Дагира Хасанова в связи с его активной позицией в уголовном деле, где защита уже имела успех, органы предварительного следствия решили вывести его из уголовного дела путем возбуждения на него уголовного дела. Такую же картину мы наблюдали в свое время и в отношении адвоката Мурата Мусаева. Такую же картину мы недавно увидели в отношении адвоката Сотникова. А такую же картину мы увидели в отношении сочинского коллеги адвоката Михаила Беньяша. Там тоже везде было торжество крамолы. Ничего общего с законом, ничего близкого к закону и законности ни там мы не видим, ни здесь я не видел в Московском городском суде. Потому что те три процессуальных документа, на которых основывается вся причастность нашего коллеги к вмененному ему преступлению, так называемому, они по нашему ходатайству не были изучены судом апелляционной инстанции. Я просил исследовать судью эти три процессуальных документа, которым обосновывается все уголовное дело и причастность к вмененному этому деянию. Судья Мосгорсуда отказалась их исследовать, отказалась их изучать. Также много документов стороны защиты не были приобщены судьей Мосгорсуда, судьей апелляционной инстанции, обоснованных, аргументированных доводов в ответ от прокурора мы не услышали. От прокурора, который поддерживал следователя в данном судебном процессе и возражал против 23 наших апелляционных жалоб.
Спасибо всем адвокатам, которые участвовали со многих регионов России, не только с Москвы. Спасибо даже тем турецким адвокатам из Стамбула, которые прибыли в знак солидарности в защиту Дагира Хасаова. Сегодня на сайте change.org имеются две петиции. Одна из них называется «Свободу Дагиру Хасаову», а вторая петиция, тоже созданная мной уже, это предложение по внесению изменений в законодательство. В частности, предлагается все возбуждаемые в отношении адвокатов уголовные дела по ненасильственным преступлениям отнести к подсудности суда присяжных, то есть суда народа. В противном случае все будет происходить по тому же сценарию. Поэтому, уважаемые сограждане, прошу присоединиться всех, подписать эти две петиции, присоединиться к настоящему обращению и в поддержку Дагира Хасавова, в поддержку всей адвокатуры и всего гражданского общества нашей необъятной Родины. У меня было много дел по 159. В некоторых делах представители потерпевших юридических лиц не признавали, что им причинен действительно материальный ущерб. То есть фактически свидетельствовали о том, что в действиях обвиняемых лиц нет состава преступления. Как правило, таких представителей потерпевших очень быстро заменяли. А в других делах свидетели говорили, что на них оказывают давление. По указу прокурора даже некоторые говорили, что оказывает давление личный адвокат. И такие дела были. Поэтому хочу сказать, что то, что произошло с Дагиром Хасавовым, может произойти с любым из нас. Я абсолютно поддерживаю этого человека. Я считаю, что адвокат должен быть единым. Здравствуйте, дорогие друзья, это Максим Шевченко. Пришла неприятная новость об аресте адвоката Дагира Хасава. Я много лет знаю Дагира как прекрасного юриста, порядочного человека, как адвоката, который всегда приходит на помощь униженным и обездоленным, тем, за кого отказываются заступаться другие. Он помогал крымским татарам, он помогал гонимым мусульманам, он помогал дагестанским чиновникам, которых обвиняют в коррупции, то есть вел себя как порядочный профессиональный адвокат. Сегодня на него оказывается давление с целью вывести его из профессии. Я знаю, что многие юристы с возмущением смотрят на эту ситуацию, но я призываю и всех вменяемых людей, журналистов или просто граждан сегодня поддержать протест против ареста Дагира Хасава. Потому что заступаясь за Дагира Хасава, мы выступаемся в частности и за тех, кто защищает нас в трудную для нас минуту. Защищая право человека на защиту, мы защищаем само право, защищаем свободу и справедливость. Вообще много всего происходит в стране, но здесь сидят адвокаты, которые защищают адвоката Хасава. То есть преследуют не только правозащитников, но и адвокатов. Адвокатов избивают прямо в зданиях судов, адвокатов задерживают. И вот я не знаю, здесь можно два слова дать, вот это вот, Хасава, да, можно ли здесь? Да, пожалуйста, да, трогайте, пожалуйста, Хасава. Сейчас я наряду с 21 адвокатом являюсь защитником гражданина Российской Федерации, жителя города Москвы, адвоката Хасава Дагира Зиргиновича. Ну, для него, как бы, людей, которые первый раз это слышат, ну, хочу сразу сказать, в чем суть. Суть не в нем. Суть не в этом, не в Дагире Зиргиновиче, который сейчас находится в СИЗО 4 Медведского Северного города Москвы. Уже больше месяца. Суть в другом гражданине Российской Федерации, Юсуфове Раилдане Айдар-Каадивиче, я не являюсь его защитником, которого защищал как раз адвокат Касаров Дагир Зиргинович в Лефортовском районном суде города Москвы. Ну, когда уже весь судебный процесс стал подходить к концу, и стало ясно, что никакого хищения объекта, который сдан, по-моему, как-то следственный изолятор для иностранных граждан и для лиц без гражданства на территории Республики Дагестан. Никакого хищения нет, никаких замечаний по приему нету
этот объект на балансе, этот объект эксплуатируется, никаких замечаний нету. Ну, произошло то, что произошло. Конечно, когда адвоката арестовывают в зале суда, на который он пришел исполнять свою главную функцию оказания квалифицированной юридической помощи другому гражданину, находящемуся под домашним арестом, ну, Юсуфове, про который сказал, это что-то. А когда на следующий день, кто желает посмотреть 47 секунд на Ютубе, первое слово я не буду говорить, потому что оно хоть и внимательное, но неприличное, но если набрать слова ведут уважаемого адвоката по коридору, ну вот мне самому стыдно, что я как, что это происходит на московской земле, на которой живу я. Потому что когда в позе человека, который получил пожизненное заключение, вот так вот, ну только вот собаки, овчарки рядом не было. Но дело Гагирова мне представляется очень принципиальным, потому что ничего, кроме как исполнение своих профессиональных обязанностей, он не совершал. Это позор вообще, то, что мы не можем отстоять Гагира, я считаю, это мой личный позор. Я его встретила сейчас в СИЗО. Он держится просто потрясающе. Он мужественный, я его знаю много-много лет. И мы с ним занимались и делами через Бутафир, и занимались правозащитными делами, и выявляли определенные фальсификации, подтасовки. Я его очень хорошо знаю, понимаете, поэтому мне абсолютно, передо мной даже вопрос не стоял, защищать ли его.